каждый день. Я молю за тебя каждый день. Я пою за тебя каждый день. Самое главное, что она знает, что меня нельзя жалеть. Это недопустимо. Потому что, что бы ни случилось в моей жизни, что бы ни было в моей жизни, она всегда знала и знает, что я свою порядочность никогда не терял. И никогда не потеряю. «Моя история» с Майей Бикбаевой в субботу на 7:00.